Друзья, всем привет! Возможности топить старый заброшенный дом иссякли. И вот соорудил такую штуку. Для чего? Для того, чтобы красить. 4 вот таких пенополистирольных листа. Убраны вот эти четверти. Соединены по периметру буквой О. Вот они, такие полимерные винты. Вот так они выглядят, живульку. Вот этот на 170, но поскольку здесь 50 и должно 2/3 входить тело, то есть не меньше 150 должен быть такой винт. У меня на канале есть видео про теплицу, там делался ленточный фундамент с устройством опалубки с помощью пенополистирола и вот таких вот штуковин. Все работает, уже вторая теплица работает и не один год, так что все проверено, технология от и до. Действительно хорошая, надежная штуковина. У нас их делают, по-моему, Технониколи. Терморегулятор, который выставлен на 20 градусов. Он с выносным датчиком температуры. Вот туда я его вкорячил. Профиль 20 на 20 насквозь. Тыл и фасад. Накинутый кусок черного полиэтилена. Поставил ветерок, поставил терморегулятор. Он вкыл-выкал. Все. Эксперимент, очевидно, удался. Ночь простояло это дело, проработало. Здесь даже до сих пор еще. Они все тепленькие. Все очень хорошо встало. То есть не то, что на отлип, а это все уже готовые изделия. Родилась вторая идея. Положить ее, потому что у меня еще предстоят работы по лачению панелей. Лежа сделал, положил ее. Но вот сейчас как бы пришел к выводу, что в принципе с самого начала можно было бы не такой квадрат, допустим, делать, а по идее можно было бы прихватить вообще в половину и было бы удобнее на том же столе. Ну, в итоге я забрался со стремянкой сюда. Поддонышко, сейчас поставлю свои пирамидки. И размещу панели для лачения. Вот там видно. Всего по 2 пирамидки, чего вы не сделаете с пластиковыми. 8 пирамидок, у меня встали здесь 4 длинные палки на них. И, в общем-то, я оставил себе поле. Буду сейчас сюда запрыгивать в перчаточках, в наморднике. Вот такой план. Ну все, подсыхает. Уже 3 часа прошло. Там уже все отлепляется. Сейчас долежат немножко. Дело сделано. Ну, в принципе, вот как бы нюанс такой, что можно споловинить это дело. Соответственно, оставшиеся половинки, допустим, с той стороны, как усилители, прифигачить еще, либо стенку зашить, и вообще получится шикарно. Так что, ребята, как говорится, из говна и палок вот можно создать неплохую вещицу. Весь бюджет, ну сколько стоит там этот датчик с термометром, даже на тех же наших маркетплейсах, не считая Али, это рублей там 400, ну пусть 500. Вот этих вот панелек 4 штуки. А то и получается, видите, вообще 2 можно, да, взять. И 3-метровый кусок трубы 20 на 20, потому что меньше просто не продают. Наполовину его разрезать, ставить туда все. Ну, а вот этих вот дело-то копеечное тоже. И кусок полиэтилена. Вот вам, пожалуйста. Но уже ветерок, я думаю, есть у каждого. Либо другой какой-то способ там нагрева можно. Пленки инфракрасные, остатки там от полов, еще что-то такое. Главное, чтобы оно вот вкыл и выкал. Так что на этом все. Закругляюсь. Всем добра, здоровья, мира. Пока.